Здравствуйте, друзья. Время идет, а у нас был конкурс летом под названием «Хорошо». И вот этот конкурс, там было 2,5 десятка видео. Сначала они были у нас на основном канале, потом, я так смотрю, мало было просмотров и унес его на наш дополнительный канал. И надо было подвести итоги. И как-то вот я так их оттягивал этот момент. И пришел к такому решению. Там у нас, надо сказать, что по правилам они были произвольные. Так я сказал, я ничего не обещаю, я не знаю, как это будет, но вот как будет, так будет. Поэтому вот в этих условиях я пришел к такому выводу. С одной стороны, мне хотелось отметить видео, которые мне понравились. С другой стороны, было интересно посмотреть на сочетание лайков и дизлайков. С третьей стороны, как бы хотелось, чтобы все люди, которые приняли участие, какой-то приз получили. В общем, как-то так много было разных мыслей в голове. Но в итоге свелось решение мое вот к чему. Значит, все те видео, которые попали на экран, потому что было несколько сюжетов, которые на экран не попали, ну, в силу того, что я решил, что это, ну, как-то так не соответствует. Вот, все те, которые попали на экран, делятся на две категории. Категория первая. Участники находятся в Соединенных Штатах. Или, может быть, у них кто-то есть в Соединенных Штатах, кто готов получить за них приз. Вот. Либо они находятся за пределами Соединенных Штатов, и тогда, значит, у них будет другой приз. Значит, те, кто находится в Соединенных Штатах, или есть кто-то, кто может за них получить приз, получают книжку с подписью мою. Надо сказать, что там всего-то тираж у нее 200 экземпляров, так что это как бы почти раритетная такая вещь, да, мне тут подсказывают, значит, с подписью, все дела. И почему я не могу книжку послать вдруг, там, не знаю, куда-нибудь в Россию, Украину, потому что пересылка стоит там в 3 раза дороже, чем книжка, поэтому как-то это очень получается накладно. Вот, а те, кто нас смотрит и кто участвовал в конкурсе, и чье видео оказалось там в этой ленте, у нас на экране, у нас плейлист есть, значит, так вот, те, кто в этом плейлисте, мы им пошлем американский флаг по выбору хороший, made in USA, там как положено, с прошитыми звездами, там шикарные флаги, очень хорошие. Кто-то, если хочет, мы можем ему послать флаг не Соединенных Штатов, а калифорнийский, например. Вот. И вот мы таким образом поступим. То есть, поскольку флаги легенькие, то как бы пересылка как бы в разумном диапазоне ценовом. Вот. И в данном случае получается так, что мы как бы не столько у нас призы по ударности, сколько вот за участие. То есть я не стал выделять те или иные сюжеты, хотя, безусловно, мне какие-то больше нравились или меньше нравились, но вот мы на этот раз обошлись без этого. И что я хочу попросить сделать участников, вы мне в личку Ютуба, вот буквально туда же, куда вы присылали ссылки на свои видео, в личку Ютуба, напишите, пожалуйста, ваш адрес, там, ну, как положено, да, вот как посылку слать, значит, там, Иванов Иван Иванович, там, место, где он там живет, зип-код, если в Америке, значит, ну, вы знаете свой адрес. Я почему как-то вот время этому уделяю, потому что из прошлых конкурсов, надо сказать, что 20% людей свой адрес без ошибки написать не могут, то есть либо там имени нет, либо там нет. Они потом не могут получить там на почте, либо там не хватает почтового индекса, что-то не хватает. Вот внимательно, пожалуйста, напишите свой адрес, а мы вам туда уже отправим, значит, ваш приз. Хорошо? Спасибо всем, кто участвовал. Я надеюсь, что это не был последний конкурс у нас. Хотя, конечно, пока что вот у нас мало просмотров. То ли они как-то утомляют зрителей, то ли слишком много в единицу времени, не знаю. Но, в общем, вот пока такая у нас история. Счастливо! Поздравляем всех, кто участвовал.
вот, и те, кто смотрел, тоже